Жди меня, и я вернусь. Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет. Да и зло. Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием суеты. Познакомить со своими произведениями и почитать стихи любимых авторов. В уютной творческой обстановке сегодня собрались молодые любители поэзии. В Шымкенте прошли уютные вечера для любителей стихотворений. Идея вечеров поэзии, она у нас уже много лет витала. И вот в прошлом опыте у кого-то были организации подобных вечеров. Вот и очень захотелось в Шымкенте сделать что-то подобное. Мы с моей подругой Гульжанат Битановой решили все-таки попробовать организовать в Шымкенте такое мероприятие. Назвали его «Уютные вечера в Шымкенте». И вот в таком очень уютном таком формате, даже домашнем, можно сказать, мы проводим эти вечера вот уже второй месяц. Думаем, что будем это делать очень постоянно. Молодая поэтесса Рано Закирова сегодня впервые представила публике свои произведения. Девушка пишет стихи очень давно, но только сегодня решилась прочитать их другим. Стихи писать я начала довольно давно, с 10-летнего возраста, наверное. Я не скажу, что мне что-то прям такое подтолкнуло к этому, это получилось как-то неожиданно. Просто как будто кто-то стал диктовать мне эти строки, и я просто записывала их. Вообще сегодня я прочитала их первый раз для кого-то. Не то что на публику, я даже кому-то их никогда не читала, для меня это волнительно было. Вначале я думала, что они не такие красивые, как мне кажется, но когда я услышала, что здесь все в свободном формате, каждый читает то, что у него в душе, и мне стало как-то легче, и я осмелела, можно сказать. Стихи собственного сочинения сегодня декламируют и на казахском языке. Одна из целей поэтического вечера – привлечь к этим посиделкам больше казахоязычных авторов. Главной особенностью уютных вечеров является дружелюбное пространство без критики и недовольства. Каждый выражает себя через любимые произведения понравившихся авторов и через свои собственные стихотворения. Поэзию я люблю за ее духовность, потому что в ней ты находишь себя, какую-то свою частичку, душу. Жанры я люблю читать разные, тоже в каждом что-то можно найти свое. Уютные вечера посещаю второй раз, с самого начала, можно сказать, тоже. Первая встреча была в прошлом месяце, и вот сейчас вторая встреча. Мне очень нравится. Я знаю, что много талантливых людей в Шымкенте и в районах. Я думаю, можно посещать такое мероприятие, раз в месяц оно проходит, и оно очень полезное для нашего общества. Следующие уютные вечера состоятся ближе к Новому году. За новостями следите в группе «Уютные вечера» на страничке в Instagram.